Доброго времени суток всем, мои дорогие друзья. Сегодня я хочу замесить тесто. Сейчас у меня старая осталась сметанка. Вот такая вот. Вот. И думаю, замешу-ка я лепешек удобненьких, потому что сюда я, значит, пачка у меня разрыхлителя. Где-то 3 ложки столовые, наверное, сахара. Пол чайной ложечки соли. Хочу какие сладенькие к чаю делаю. И сметанка. Вот это. Одно яйцо. Сейчас добавлю яйцо. Здесь у меня было 800 грамм в моей кружке. Сейчас я замешу. Замешу крутое тесто и потом покажу, сколько у меня ушло. Вот такое тесто у меня получилось. Где тугое, к рукам не липнет. Но оно у меня получается как сдобное, потому что на одной сметане, одно яйцо, сахарок и разрыхлитель. Оставляю я его на минут 20. Тесто мое полежало. Раскатала я колбаску. Видите, вот такой вот тугой у меня получилось, что уже даже не надо смазывать стол. Ну и как обыкновенно, режем на несколько частей. Вот у меня получится лепешечек. Так, вот сейчас я присыплю стол. Так, даю. Оставила сковородку уже греться с маслом. Когда очень тоненько. Сейчас раскатаю все лепешки и будем жарить. Сейчас будем жарить. Вот ступочка накатала уже. И сейчас вот будем по одной жарить. Масло у меня уже разогрелось. Видите, как оно шкварчит. Сейчас мы с одной стороны. Вот, хорошо поднимается. Так, с другой стороны. Так они быстренько сейчас у меня все и быстро окружаю. И вот такая вот лепешечка, видите, получается. Тоненькая, хрустящая. Видите, тоненькая, пузырчатая. Красавица. Горячая. Ну как держать горячо? Скажем, на вилочку. Видите, какая пузырчатая. Как она поднимается. Немножко придать выводок, чтобы она равномерно пожарилась. Сейчас я за 5 минут все пожарю. Быстро, вкусно. Хоть с вареньем, корицей. Я все пережарю. Друзья, вот я пожарила лепешечки свои. Вот видите, какие они пузырчатые получились. Видите, как их много получилось. Видите? А эти я посыпала корица с сахаром. Делала посладше. Уже не выдержала. Вот видите, она какая тоненькая. Получается, вкус напоминает хвороста. Только хворост кусочками, а этот прям целые лепешки. С пузырьками. Всем приятного аппетита. Всем пока-пока.